Да, показывает это новый, считает она. Супер, молодец. Скажи, классная идея. Кто еще? Не совсем понимаю, что они делают сейчас. Я вижу, только я пытаюсь понять, как такую огромную рамку какую-то, и вот так вокруг Земли туда проезжают, назад проезжают. Какой-то сканер. Скажи, спроси, что она делает, эта рамка. Но говорит, что в принципе все делает. Рассчитывает количество полезных и неполезных ископаемых, смотрит, как можно восстановить и какое количество населения оптимально для проживания. Хорошо. Как они не полезные, полезные ископаемые, почему-то она так. Спроси, эта рамка может вычленять масонов и нарушать функции мозга, сводить с ума, либо убивать. Это нет, нам можно сделать такое же по тем функциям, которые ты запросил. Да, нужно сделать тех, которые сводят с ума. И писк создают, и сканируют постоянно, и убивают масонов. Уничтожают энергетику, сводят с ума, расстраивают функции. Как металлоискатель такой огромный. Нет, вот, вот эта вот рамка, что Да, туда-сюда. сканер. Да. Нашла масонов, отрезала им головы, прекратила работу мозга и послала сигнал, чтобы они не могли думать, как писк, сводящий с ума. Эта рамка еще и пищала. Либо ретранслятор и покажет такие динамики пи на всю землю большие, либо рамка такая находит, сканирует и убивает. Кого еще она выпустила? Журавлей каких-то. Классно, они что делают? Или аисты, или журавли. Какая-то зараза с клювами, с лапами и летает. Функция. Сейчас посмотрю, хоть что они делают. Ну вот кружится такая вот. Это гармонизация обычная. Они как пара и летают, журавли. Ну Пусть хорошо, летают. пусть летает. Еще что? Две восьмерки или одна восьмерка, или что-то похожее на матрешку. Внутри еще одна матрешка. Круто. Что это такое? Ванька Станька или матрешка именно? Ванька Станька, который вот так вот, либо матрешка. Возможно, потому что одна вот так, и вторая как-то внутри вот немножко под этим. Да, как Ванька Станька, она вот так. Ну а зачем она?
Не, ну хоть применяет, пусть покажет. Я ее вообще не понимаю. Какой нафиг резонатор? Кто с кем резонирует? Пусть будет хорошо, я понял. Фанька, встань-ка, матрешка резонатор, объяснила. Да. А скажи, я могу это использовать на пользу организации людей и борьбы с роем? Как мне это использовать? Да, можешь идет ответ. Пусть покажет, как. Она как что-то замеряет. Какое количество там или где наиболее грязные места? Вот резонирует с окружающей средой и заменяет, замеряет, где больше, где меньше, где скопление чего-то. Я так понимаю, что таким образом можно выявлять, где какая ложа, так они повсюду есть. Ну, Я ей... объясни, пусть работает, но... Я ей вообще не понимаю, что это за фигня, что за резонатор, какие вот показывается, знаешь, как вот Вселенная, планета, допустим, наша, и где-то очаги, вот там, вот там, вот там, она показывает, вот он вот так раз, раз, раз Пусть настраивается. один очаг покажет, что за очаги. Показывает. Где-то в центре Европы, то ли Германии, А что это за то ли очаг? Франции. Не могу я как-то с ней работать нормально. На какую-то такую ерунду мне показывает. Или я не умею ее еще слушать нормально. Все нормально, это просто пришла полноценная сфера с критериями и понятиями той вселенной. У них другие критерии. И полноценный разум, то есть не просто. И давай попробуем понять этот разум. Какие у них системы ценностей, приемы, методы и все прочее. Давай, нормально. Это людское, спроси. Да. Ага, недовольство типа, да? Дисбаланс какой-то, недовольство, вот такое, недовольство какое-то, как группа людей, которые опасны для других людей, или что-то, что, ну, не подходит для других, против Хорошо. Вселенной, против гармонизации. Уж не Отлично. знаю, может, она там каких пидорасов считает или еще кого-то. Да, легко. Она может, причем недовольство против этого баранофикуса и так Возможно. далее. Вот все что угодно. Да, хорошо, пусть будет. А который в скафандре это первый вылез, это кто? Пусть покажет еще раз. Сегодня или когда? Ну, вчера и когда там это было. Зайца вижу. Ну, зайцы, ладно, этого второго покажи. Как робота в С этом круглой скафандре. головой. Да. Да, есть, вижу. Что он делает? Это обучает, либо объясняет, либо что? Вот так встал возле стенки, затормозил и тынь-тынь-тынь вроде идет. Что там за стенка? Он здесь неприменим. Спроси у нее, почему он застрял. Функции какие-то неправильные. Неподходящие для их вселенной, подходящие для этой неподходящие. Как вот не тот шар, пласт, время, слой. Да. Тогда пусть уберет. Да, заехал. Кто еще новый?
какой-то диспетчер. У нас война, а ей диспетчер. Это вообще не в тему, но этот будет устанавливать новые магистрали, просчитывать новые пути соединения между человеками. Ну, отлично. Да? Теперь Хорошо. скажи, все гражданские функции пока не надо вводить. Скажи, у нас война. Людей рой убивает. Пусть прячется назад этот диспетчер. Еще три назад спрятались. Скажи, военные все вытащить и показать все военные единицы, какие есть. И старые, и новые. Какие-то космические, походу, войска, потому что у них на голове как радар крутится. Хорошо, еще кто? Эти будут бороться с спутниками. Вот покажи ей сейчас спутники Илона Маска и все уничтожать на квантовом уровне. Этот же, который с радаром на голове, этот же и уничтожать может. Пусть он уничтожает все спутники вокруг Земли. Все. Они сейчас все принадлежат врагу. Уничтожать. Все квантовые компьютеры, которые сейчас есть на Земле, уничтожать. Перещелкивает только. Генерала восстановленного, пусть она покажет. Есть. Кого еще она? Ну и солдата. Кого и какие еще военные единицы у нее есть, пусть покажет. Говорит, что все остальные у нас в достаточном количестве. Хорошо. Она сделала какой-то там мониторинг. Хорошо. Теперь пусть они высаживаются на планету под ее руководством. Автономно. Даже если ее нет, они продолжают дело, уничтожают рой. Если даже нас нету, если мы спим, либо если мы умерли, неважно, они автономно продолжают свое дело. Объясняю. Собачки под ее контролем. Нет. Они автономны? Да. Хорошо. Пусть автономно действуют и взаимодействуют с людьми. Какие еще автономные могут Синие. Быть? Синие это джинны, это наши, это не ее. Какие да, еще? тоже автономные, не подвластные ей. Да, хорошо. Кто еще есть? Доктора. Нет, не автономные. Она может сделать их автономными? Да, может. Пусть выпустит еще какое-то количество автономных докторов. Хорошо, 48 000. Хорошо. Медсестры. Так понимает, что тоже нужно, чтобы были автономны. Да, пусть сделают автономными. Чтобы даже если ее поразят, нас поразят, они были сами. Учителя. Тоже становиться автономными. Части учителей пусть автономными станет.
Они все как под ее началом. Да, я и учителя автономные. Можно сделать обратно, но пока пусть все автономные будут. Тренеры. Да, и их выпустят. Хорошо. Но количество человек, которые взаимодействуют сейчас с этими структурами, достаточно будет по 48 тысяч каждой действующей единицы. Вполне достаточно. Судьи. Да, сделает пересчет на те, которые автономные, и те, которые не автономные. Для удобства можно всех по 48 тысяч. Все более-менее будут задействованы в человеческом обществе. Хорошо, достаточно. Пусть будет 48 любимых Это число я любви. ей подсказала, да. Она где-то на уровне 50 там что-то вырисовывала, 52, считала 53 и еще с чем-то. Хорошо. А я ей прописала пальчиком 48. Какая-то умная, не знаю зачем, правда, но пусть лучше Она больше. же согласилась, Илья. Ну, она согласится со всем, что мы предложим. Так. Хорошо, говори любое число, сейчас поменяем без проблем. Неважно, пока столько хватит. Тебе нужно только, чтобы не так, как я сказала, без проблем, 53. Пусть будет столько, сколько нужно. Хорошо. Соцработники. Они тоже все ей приписаны, тоже делают их автономными какую-то часть, остальные будут под ее руководством, под Да, ее начало. замечательно. Часть свободная, даже если нас взломают. Это просто, скажи, мера безопасности. Хорошо. Кто там у нас еще есть? Пусть покажет всех остальных восстановленных. Они все какие-то белые. Да, обычные вот эти вот техники, которые с проводами бегают. Тот, который в ластах, вот тоже восстановлен. Хорошо, который в ластах это типа хакер, Дайвер. дайвер. Да. Его функции. На глубоководный, там, где тяжело добраться в другом каком-то положении, он может туда-сюда проникать на более вот по проводам далеко туда-сюда. Покажи этого, вытащи хирурга, который исправляет программный код. Да, показала. Пусть восстанавливает кораблик. Когда все в кораблике смотрят, в корабликах. Да, пошли. Системщики, компьютерщики. Универсальный он вроде сейчас один стал. Он сейчас один. Пусть чинит кораблик, кораблики. Меня потом чинит, Диму чинит. Покажи цели тебя. Хорошо. Которые экологи. Кораблик один, это кораблик второй, тебя, Диму, указала меня потом. Отлично. Экологи. Эти есть. Пусть работают под ее началом. Скажи, пусть высаживаются. Хорошо. Пионер. Да, вон же он. Сколько его? На уровне 6000, 5800, что-то такое. Хорошо. Пусть распределяется половина на половину. Половина мне поддерживает канал Цельнозор 3000, а 3000 Трампу. Хорошо. Ему помогает его личная популярность. Хорошо. Поливалки.
Есть. Автономные или ей подчиняются? Ей подчиняется. Она всех себе переподчинила почему-то. Все хорошо, скажи, и пусть немножко автономных сделает. Хорошо. На уровне 700. Да, хотя бы 700, но пусть они размножатся. Пусть 10 тысяч будет автономные. Регулярно ездят. Чтобы мы могли с ними взаимодействовать и указывать цели. Остальные под ее началом. Хорошо. Спроси, где она видит работу плевалок. Повсюду она видит их работу. Отлично. Че, они сейчас не работают? Я не вижу. Ну вот сейчас переформатируют все, и тогда будет работать. Хорошо. А как она сейчас все переформатирует? Пересчитает, перепишет другой код, который установит. Большие установки или трансляторы были, которые гудели, убивали масонов. Они сейчас есть? Проекты я и задала, она выпускает, однако как на уровне проекта есть. Ну пусть делает такие Делает. зуделки. Дальше генетик. Этот есть. Сколько? Одиннадцать, что ли? Тысяч. Да, один, два, 11 тысяч. Хорошо. Они работают сейчас? Да, с малыми меньшинствами, те, которые ты указывал, как приоритет. Хорошо. Добавь туда индейцев. Эти есть в списке. Отлично. Колл-центр есть? Есть. Просто чтобы помочь людям ориентироваться. Покажи символ цельнозора, пусть им на лоб нацепят. Да, показал. Дальше скажи, пусть докторам приказывают всем людям, вообще всем подряд, антивирус. Докторы дают. Доктор берет антивирус и шприц, либо таблетки. Хорошо. Пусть покажет остальных. Кого остальных? Но мы же не всех перечислили. Есть еще экологи, есть еще садовники, есть еще А, ты об этих. юниты, да. То они поразлазились, как тараканы, разве их всех увидишь? Ну хорошо. Нет, она пусть покажет. Ладно. Эти, которые полицией, мигрантами занимаются, он ходит. Таможенники, да. Таможенник. Покажи ей США. Они там работают. Почему-то им их сейчас Мексика очень заинтересовала. Через Мексику лезет. Че в Мексике? Ну, наверное, знают, если там стоят Знаю, как знаю, да. пропуск какой-то. Она в меня столько информации сейчас выливает. Хорошо, пусть выливает. Глушилки покажи. Армейские. Эти, которые на машинах? Да, есть. Скажи, часть сделать штук 700 автономными. И пусть ездит везде Россия,
Украина. Да, хорошо. Скажи, автономные могут юниты с людьми взаимодействовать сами? С ней, скажи, могут взаимодействовать только ты, я и Дима. Хорошо. Всех остальных она игнорирует. Да. Я через тебя. Ну, вместе с хорошо. Да. Пусть охраняет нас. Телохранителей поставит тебе, мне, Хорошо. Диме, Трампу. Ну и его команде, скажем так. Хорошо. Психолог есть? Почему-то не вижу. Спроси у нее, покажи прежнего. Есть? Нет, я посчитала, что в мирное время будет нужен военный, а не нужен. Пусть выпускают. Конечно, уменьшать стресс, настраивать на бой, на войну и прочее. Пока достаточно. Скажи ей спасибо, пусть дальше сама действует.